У меня спрашивают, значит, неужели столько бывает за день? Я говорю, бывает, если, значит, производитель ни копейки не платить. Так? Бесплатно получать семена, значит, вот, тогда может быть рентабельность вот 400%. А если, значит, вот за семена, значит, вот платить производителю, то оно, значит, вот, ну, где-то 70-120%. Наверное, 50%. Действительно, подсолнечник, Павел Силбанович прав, одна из самых рентабельных культур, как бы это достойный и хороший элеватор большой. Это последний, самый современный элеватор, скажем, в нашей зоне. У нас голубей здесь много, так же, как и все, да, там? Вот, против, средство против голубей. Да. Семечки много, мы знаем, птиц всегда очень много. Да. И там каждая птица съедает большие объемы. Поэтому вот. Сальмонелла. Я такое видел у арабов только. Голубей не видно, да? Голубей не обычно видно. Много было. Именно, видимо, чувствуют они, когда охотник выходит, да? Вот так, вверх ладонями. Вот сравнение, вот и знакомство.